Мой кот так разожрался, что ему уже как раз мои трусы. И кто-то внизу пишет. Ну, ясен пень, когда в миске для воды тоже корм. Блин, да у него и в миске для воды корм, и в лотке, наверное, корм, и на кровати корм. Хотя, что я говорю, у котов кровать везде. Вся квартира их большая кровать. Вся планета их кровать, они спят где хотят. Самые модные в мире кеды Converse. Еще заметьте, у чувака, походу, две ноги в одной штанине. Возможно, когда-нибудь так будут ходить по улице. Интересно, в каком магазине это было куплено и что это за товар такой? Вас заметили. Мужчина, нехорошо подсматривать. Перестаньте. И да, друзья, всем привет, меня зовут Макс, в этом ролике я покажу вам приколы, которые вы мне присылаете в личку ВКонтакте. А еще, кто не подписан на мой канал, подписывайтесь, нас уже 600 тысяч. Если у вас нет денег на шлепки летние, вот, пожалуйста, можно использовать рыбу. Это просто гениальный лайфхак. Я себе всю руку сжег, а чувак вон выдумал. Представьте, если бы все коты были бы такого размера. Все, случилось бы просто апокалипсис, потому что они бы везде спали, и тупо невозможно было бы никуда пройти. А еще их хрен прокормишь. Хотя они, наверное, сожрали бы все живое. Друзья мои, продолжаем воображение свое тренировать. Представьте, если бы гопники были бы такого размера, то тоже хрен куда пройдешь, потому что они везде бы стреляли бы у всех деньги, сигареты, семки. Короче, от такого гопника не отмажешься. А еще его тоже хрен прокормишь. Сколько же семечек нужно, чтобы его насытить? Носочник — это тот вор, который ворует носок из стиральной машинки. Зачем он ему нужен? Хрен его знает. Но, блин, потом все время нет второго носка. Ищу здорового парня без вредных привычек до 27 лет. Девочка, вон мужик снизу тоже ищет таких. Только ему много нужно. И тут я понял, что меня накрыло. Почему? Чё такого-то? Почему Санта-Клаус на оленях просто не может пролететь мимо? Обычное дело. Ты знаешь, что делать. Ох, прям отойти, как бах туда. Нет, ну они сами так выставили. Как моются мужики? Тщательное мытье? Вода сама справится. Блин, откуда они знают? Чуваку, видимо, было лень ходить два раза, и он такой, я сразу все унесу. Не удивлюсь, если у него спереди еще пакетик висит, одетый на... Ну вы поняли, на что одетый. А это вкусная, сочная куриная ножка из KFC. Или что-то не то тут? Кто заметил, что тут что-то не так? Ставьте лайк. Ну а кто не заметил, не ставьте. Всегда, когда я что-то открываю. Точно, у меня такая же фигня. А тут, смотрите, чувак завис. Уже матч сейчас кончится баскетбольный, все уйдут, а он до сих пор висит. А эта сумка отлично подходит под те кеды, в которые вначале были Converse. А это остроносые туфли. Ну, немножко, конечно, переборщили, но, в общем, похоже на лыжи. А тут кажется, как будто девушки срезали низ джинс, а то, что было, натянули до подмых. Может быть, когда-нибудь это тоже будет модным. Очередной, в кавычках, шедевр модельеров. Но тут, видимо, имелось в виду, что туфля — это продолжение вашей ноги. И поэтому они оторвали у бедной Барби ногу и приделали ее вместо каблука. Очень удобный комбинезон. Во-первых, в нем не холодно зимой. Во-вторых, в нем можно, прогуливаясь по улице, зайти в банк и ограбить его, вас не узнают. Акция. Гель для душа, успокаивающий дуру. Сосиски — моя семья в кишке. Я представляю это так, что человек, каннибал, съел свою семью, и теперь она у него в кишке. Ну, просто никаких других образов мое сознание не генерирует в моем мозгу. Только так. Крем для лица. Д-д. От трещин на пятках. Ну, короче, универсальный крем такой, да. Еще им, наверное, можно и пол помыть, и что-нибудь заклеить. Точно, вот на кого похож чужой. Господи, это же просто огромные степлеры, чё их бояться? Когда съехал от родителей, и мама просит сфоткать твой запас еды. Куриная ножка очень палевная. Что ж, друзья мои, если видео вам понравилось, если вы улыбнулись, ставьте лайк. Если у вас хоть немножко поднялось настроение, а я хотел, чтобы у вас поднялось настроение, подписывайтесь на мой канал. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. В моей группе ВКонтакте есть ролик, который был удален с канала, который, скорее всего, вы не видели. Так что можете зайти в группу ВКонтакте и посмотреть этот ролик. Он там закреплен на самом верху. Ссылка на группу будет в описании под этим видео. Спасибо, друзья мои, за просмотр. Надеюсь, это видео вам понравилось. Желаю всего вам хорошего, побольше денег, побольше счастья, улыбок. И всем пока-пока.